Вот такую погоду вы, наверное, ожидали в Сибири. Это шло 2 дня дождей. Сейчас вот дождик прекратился. Буквально. Нет, еще идет. И снежок. Такого вот сильного, ну как, относительно. Сегодня был хуже, а вот сейчас идет снежок посильнее. Я не знаю, его видно, не видно на камеру. Должно быть видно. Еле-еле такой еще он вдоль земли летит. Но это снежок. Снежок. Он, естественно, до земли долетает. И тут же мгновенно тает. Хотя нет, вот тут вот чуть-чуть. Вон там он маленько есть. Остается. Вот. На чем попало. И, естественно, все мокрое. 2 суток дождь. Это вам не хухры-мухры. Но мы не унываем. Готовим кушать. Сейчас возьму шумовочку, помешаю, которая тут и лежала все это время. Вот. Сейчас надо съездить мне на работу. Вызвали. На Колымы. Касса что-то, блин, сканер потеряла. Штрих-кода. Не могут продавать. И как раз будет уже почти готово мясо. Ну, короче, я себе время сокращаю на час. Чтобы я тут не стоял, заранее ее закипятил. Что мы сегодня делали? Ну, опять же, тут маленько поспасали из-под снега будущего. Кое-что позакрывали. Курочек кормили с трудом, потому что зерно промерзло. В общем, надо их переводить. Но переводить я их буду, скорее всего, вот сюда. Сегодня мы вот тут вот стяжечку заливали. Ну, как стяжечку? Тут буквально сантиметр, в некоторых местах 2 сантиметра. Песко-цементный такой состав, который надо сейчас затереть. Мне надо ездить, за ребенком съездить по танце. Вот. Ее смочить, подтереть маленько, и будет уже хороший такой пол. Потому что до этого был шлак, который мазался постоянно. Там мы еще ничего не делали. Сюда переведу курей. Буквально картонка какая-нибудь. И 4 рамы, чтобы они там не били. И еще хотя бы недельку они тут посидят. Почему посидят, почему их не задолбить? Потому что некогда мне сейчас заниматься этими курочками. На них мокрые, потому что петушки на них залазят. Петушки залазят на всех, и на курочек, и на петушков. Это возвращаясь к вопросу с вчерашнего стрима. Коля говорит, у нас пидоры есть. Вот так вот. Что мы там еще делали? Посмотрим. Оскар, ты что делаешь? Что случилось? Каша готова. Тут у нас в срочном порядке переехало все, что было, на улицу спасали. Дробилочку отсушил. Вчера. Ух ты. Вчера, на, ладно, там Серега работает. Значит, наверху потолок утеплил. Сейчас та стена, которая у нас здесь подпольное пространство, подпольное. О, долбит. Там общий подпол между прихожей и домом. Ну, ванной и все этим делом. То есть туда дует. Соответственно, надо это подпольное пространство закрыть. Ну там куски тонко вырезанного пеноплекса и глина. И все. Это я когда делал, мне некогда было добавлять там глины дополнительно. А уровень пола пока оказался выше маленько. Ну, сейчас убираем огрехи. А там доску одного открутить и все. Ну, ожидаем. Жена вытащила уже 3-й конвектор электрический. Надо все-таки, один я оставил, надо на него обзор все-таки снять и отдать ей снова. И 4-й. Пока не запущен теплый пол, внизу, конечно, будет холодно. Сейчас температура в доме 15 градусов. Ну, это, конечно, холодновато. Ну, все, поехал, поработаю. Вам ролик пока выложу.